Жизнь — это болезнь. Тысячелетия назад великий некромант почти завоевал этот мир. Но даже лучшие планы срабатывают не всегда. Против меня выступили так называемые герои. И вот я вновь умерщвлен. Но что есть смерть для того, кто сам повелевает мертвыми? Скука-то, вечность, чтобы подумать над ошибками и осознать, насколько близок я был к победе. Я, возможно, бессмертен, но когда этому миру придет конец, забвение познаю даже я. Но вот вопрос. А можно ли будет попробовать еще разок? Еще одна возможность утолить жажду всемогущества. Похоже, судьба все-таки подписан. Надеюсь, плата за него не предусмотрена. Thank you.
вся живая! Этого может получиться неплохая табуретка. Уберите кабан. Мне что, и цветочки поливать? В каждой войне нужны генералы. Thank you.
ее удаляя. Химия высвобождает волю. О, это будет кровавое месиво. Заклятие и проклятие. Все в моей власти.